Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами рассмотрим в системе 3CX исходящие правила. Исходящие правила в 3CX служат для маршрутизации исходящих вызовов по городским, международным или мобильным номерам, направлениям через линии связи, предоставляемые провайдером, то есть через транки. Для того, чтобы абоненты АТС могли дозваниваться по городу, по межгороду, в другие государства, на мобильные номера, необходимы, соответственно, СИП-транки. А для того, чтобы абоненты могли набрать номер и на правильный, на верный СИП-транк вызов отправился, нам необходимо создать исходящие правила. Исходящие правила формируют логику исходящих вызовов от абонентов на линии через АТС. Правила определяют, каким внутренним номерам можно звонить по внешним линиям, через линию, по внешним направлениям, каким нельзя. Исходящие правила также выполняют приведение номера, набираемого пользователями для исходящих вызовов, к правильному формату. При создании правила необходимо ввести его название. При создании правила необходимо задать хотя бы один из параметров. В секции «Применить правила к вызовам» необходимо задать поле «Вызовы» на номера с префиксом. Здесь можно указать префикс. Вызовы с добавочных номеров. Здесь можно перечислить добавочные номера, которым разрешено будет совершать вызовы, используя данное правило. Вызовы на номера длиной в данном поле указывается значение, которое должно быть равно длине номера набора. Обычно это 7-значные, 5-значные, 11-значные значения. Также можно задать группы, которым разрешено будет вызывать, используя данное исходящее правило. Группы и добавочные номера, они совмещаются. То есть и группам, и добавочным номерам разрешено будет использовать данное правило. Но для того, чтобы правило сохранилось, необходимо задать хотя бы один из параметров. Далее, в разделе «Выполнять исходящие вызовы через» перечислены 5 вариантов маршрутов. То есть здесь можно выбрать линию, через которую будет совершаться исходящий набор, исходящий вызов. Должна быть выбрана хотя бы одна линия для исходящего набора. Иначе данное правило будет блокировать все вызовы, которые будут ему соответствовать. В настройках линии можно указать количество цифр, которые будут удаляться с начала номера, и цифры, которые будут добавляться в начало номера. Это для приведения исходящего вызова, для приведения номера исходящего вызова к требуемому формату для верного исходящего вызова. Также в строчке можно указать исходящий caller ID. Это тот номер, который присваивается к линии провайдера. Если линия многоканальная, на линии несколько номеров, тогда этот номер можно задать. То есть удаленный абонент, которому придет вызов, он будет знать, что этот вызов пришел именно от этого номера. Если номер закреплен за внутренним сотрудником, тогда он узнает, что это этот сотрудник по данному внешнему городскому номеру мне позвонил. И этот номер будет отображаться на дисплее телефона удаленного абонента. Также исходящие правила могут быть использованы для достоверной блокировки совершения вызовов абонентами по международным направлениям. То есть, если необходимо запретить явно пользователям звонить по определенным внешним направлениям, то необходимо создать правило и не выбирать ни один транк
для исходящих вызовов. Тогда будет создано правило ловушка, которое будет ловить вызовы по данным критериям и завершать эти вызовы, не давая абонентам совершать неправомерные внешние вызовы. Созданные правила работают сверху вниз. То есть первое правило имеет наивысший приоритет. Первое правило, которое совпадает по всем критериям и отправляет набираемый вызов абонентам в линию. Также правила применяют для формирования исходящих вызовов по критерию оптимальной стоимости. То есть в первую очередь указываются те правила, по которым наиболее низкая цена для вызовов по необходимым направлениям, а далее уже цена идет в порядке возрастания. То есть совершать исходящие вызовы через линии, которые дешевле всего, в другие города и государства. Исходящие правила также могут использоваться для вызовов через линию типа мост, для вызовов на другие АТС филиалов компании. Если созданы транки типа мост, тогда в качестве исходящей линии выбирается данная линия мост. Правила в таблице можно перемещать вниз-вверх для указания приоритета. Правила можно редактировать с помощью щелчка на строку правила. И также выделять и нажать кнопку «Изменить». Отредактировать правила, сохранить. Также правила можно удалять, выделив их квадратиком. Либо выделив все квадратиком и удалить все правила. При удалении всех правил и отсутствии исходящих правил, исходящих маршрутов, пользователи не смогут воспользоваться SIP-транками для исходящих вызовов. По исходящим правилам рассказал все. Спасибо за внимание.